обиженные такие стоят там. Тоже хотели? Да. Я, знаешь, подписать это видео, мне кажется, Антон меня не догонит. Остановился. Да, надо, кстати, два мячика. С одного на другой сможешь перекатиться? Порадовал сегодня, если получится дверь открыть. О, вы это слышите? Отличная погода для тренировок. У нас сегодня идет дождь. Я вообще очень люблю кататься в дождь. В этот момент я начинаю завидовать немножко лыжникам, потому что ты понимаешь, что когда ты делаешь просто тренировку на лыжероллерах, тебе не приходится ложиться на мокрый ковер. Сегодня нам это предстоит. Выходим на тренировочку. Отличную погоду. Сейчас увидите. Обожаю тренировки в дождь. Оцените мои новые бахилы. Все, тренировка окончена. Спасибо Бертилоху за эту классную погоду. Давно не тренировался в дождь. Получил море положительных эмоций. Прям как в детстве, когда всем двором выходишь с пацанами по лужам погонять после дождя. Примерно то же самое. Но я думаю, на видео вы это увидите. Вот парни впереди едут, Антон с Аней. Антон говорит, сегодня хорошая погода, чтобы получить удар молнии. Да, Антон? Я сказал, выбери меня, молния. Ну вот, подошел к концу наш сбор в Бертилохе. Сегодня сделали последнюю быструю тренировку утром. Повезло с погодой, если вчера был дождь, то сегодня было солнышко, отличная погода. Через 2 часа за нами приедет автобус, поедем в Вену, а оттуда уже вылетаем в Москву. И завтра днем я уже буду дома в Вологде. Очень хочется домой, сбор был долгий, тяжелый, и уже хочется немножко отдохнуть. Вот два дня свободных, и потом уже начнутся тренировки дома. Антон спал 3 часа. Я не скоро, Уфа не скоро. Уфа не скоро? А Саратов скоро? Саратов скоро, по-моему, даже где-то я видел указатель там. У нас первая остановка, поехали 3 часа. Остановились покушать. До Вены осталось еще примерно столько же. Все пошли есть. 1,5 часа закончили, все поели. Сейчас поедем дальше.
Следующая остановка будет уже Вена аэропорт. Приехали в Вену, в аэропорт. Сейчас будем регистрироваться на рейс, и через 2 часа у нас вылет. Юрий Дудь. Юрий очень счастлив, что мы ехали 7 часов на автобусе. Немножечко более счастлив, чем когда ехали в 9 часов в ту сторону. Немного более, да? Немного более. Сильвупле. Идем на посадку. Парни сел уже впереди. Через полчаса будет вылет. Сейчас будет досмотр. Поэтому камеру убираю. Стоим на посадке. Впереди стоят Матвей и Антон. Не стоит. Не стоит это делать. Какой ты мне что снимаешь? Уезжаем? Сели в самолет. Были приключения, были проблемы с багажом у нас. Но надеюсь, все обошлось и все наши сумки приедят. Через 3 часа будем искать.